Начало миссии. Алло, всем привет. Я начал записывать прогулку и только что заметил, что я не включил микрофон. Ну ничего, бывает. Записываем Tactilite T2 Футурум, как вы уже поняли. Да. Ну конечно, гранатой промазал. С нашей респиласт. Тройное убийство. Миссия успешна. Начало миссии. Зря они так встали. Я был последним. Окей. Миссия провалена. Начало миссии. Мне казалось, должен был попасть в этого. Но что-то чуть-чуть мимо получилось. Миссия провалена. Начало миссии. Это было неплохо. 5 хп оставили, блин. Мне показалось, что с нашей кто-то идет. Бомба была установлена. Так, и куда он пойдет? Если ВДВ, то мне тяжело будет. Так проще. Миссия успешна. Начало миссии. Не попал. Хотя стоило бы. Бомба была установлена. Миссия успешна. Начало миссии. Ох, сейчас будет жесткий пуш. Там в упоре сидел. Наверное, стоит на Дейл сходить. А то они там по Дейл бегают, как у себя дома. Ха! Я офигею. Так, последний меня убил на нашей респе. Он на НТ вышел. Была установлена. Миссия успешна. Начало миссии. Да зараза. Миссия провалена. Ладно, попробуем еще. Опа, нежданчик. Слышу еще на полке одного. Кто-то в домофон звонит. Не знаю, слышно вам или нет. Но я, в принципе, никого не жду. На Б. Пошел на ВТ. Бомба была установлена. Мастер. Победила красная команда. Погнали дальше. Куда зайти-то? Три, два. Окей. Побегаем, поподрываем пока что. И тут тоже синие пушат. Миссия успешна. Начало миссии. Двойное убийство. Еще кто-то? Бомба была установлена. попало. Начало миссии. Чтоб его. Уже нашу респу пушат. А я не заметил, что я один остался. Миссия провалена. Если бы заметил, сам бы пошел нашу респу пушить. Ну окей, они все равно гуляют по длине. Ну все, они теперь, наверное, не выйдут. Убийство. Так, один на один остался. Давайте глянем. 74 хп из 100, одиночный Крис. Против СС-2В5. Я бы поставил больше на синего. Ну, посмотрим. Хэт никто не отменял. Ну да. Миссия успешна. Начало миссии. Затащил. Двое осталось. Бомба была установлена. Вот это. Миссия успешна. Начало миссии. Тройное убийство. Победила красная команда. Библиотека. Помнится, с Бертом мне на мясе вообще не везло, в особенности на библиотеке. Давайте проверим тактиль, он полегче. Я более мобильный. Может быть, что-то и получится. Плохая граната. Не люблю такие игры, когда противники зажимаются у себя на респе. Защита шлема. Двойное убийство. Блин, там из дыма тип нашел, я его даже не видел. Ага, поправо под нас бежит. Да, серьезно. Да вот как мимо-то? Второй точно на него должен был пойти. О, господи. хоть хватай, следующую прогулку на доллар записываю прямо сейчас. Год дальше сходу. Снайперский бой бы найти. Он только тут все не то. Вот этот может подойти. Заканчивают. Ладно, давайте смотреть. 3 минуты, 3 раунда. Классно. Смотреть, что у нас тут еще есть. ДЦ, наверное, только начали. Ага, 4-4. До сих пор никто не зашел. Портовый склад. Минуты осталось играть, слава богу, тоже не подходят. Так, ладно, перерыв 2 минутки и продолжим. Так, окей, давайте искать дальше. Мне нужно попасть или на второй, или на пятый сервак. Отлично, прям вообще то, что нужно. Начало миссии. Да, блин. Как я сейчас умудрился промахнуться? Двойное убийство. Убийство. И ваншотик, кстати, уже был. Убийца мастера. Попадание в голову. Тройное убийство. Не дождался, он еще мигал. Двойное убийство. Попадание в голову. Да, в какие-то моменты жалеешь, что нельзя кикнуть. Не ваншот опять обидно. Его до сих пор не убили, он там и бегает. Красная команда. Давайте поглядим, что у нас еще по подрем есть. Есть море в пустыне со сменой. Заканчивают, к сожалению. Люкс только начали, кажется. Ну, значит, идем в люкс снова. Не успел на первый раунд. Ну что ж, поглядим. Там, по-моему, один еще на поджим на 7 пробежал, я слышал. Но это не точно. Ладно, давайте глядеть. Вот это было обидно. Вот не понтовался бы, застрелил бы, а все бы хорошо получилось. Миссия провалена. Начало миссии. Бомба была установлена. Ах ты ж! Тройное убийство. Миссия успешна. Вот сейчас, когда на ВТ пробегающего промахнулся, это было максимально неожиданно. Был на 100% уверен, что он должен умереть сейчас. Один на Б, второй на 9. Ему религия, что ли, мешает бомбу поставить? Или что, я не пойму. Был на Альфе. Слышал, что противник на Б. Какого хрена он побежал на Б? Миссия успешна. Честно, с такими тиммейтами врагов не нужно. Начало миссии. Я один остался. Миссия провалена. Начало миссии. Тут на гранате не взорвался этот. Миссия провалена. Начало миссии. Убийство. Бомба была установлена. Да, чуть-чуть промазал. Бомба деактивирована. Миссия провалена. Начало миссии. Ну, хоть раунд затащили. Начало миссии. Миссия провалена. Не могу выиграть без команды. Не идет пуш со снайперкой вообще. Тоже в пленте. А вот это нежданчик. Миссия успешна. Начало миссии. Ну ладно, команда Альфа взяла, может быть, удержат. Да. Не стоило надеяться. Миссия провалена. Начало миссии. Миссия провалена. Я уж честно не знаю, как тут тащить, как выигрывать. Со снайперкой противники вообще не дают прорашить. Надежда должна была бы быть на Лео, но у него что-то совсем не летит. Ну вот. На кого у этого парня летит, прям когда мы встречаемся, только так залетает. А сейчас что-то то ли пьяный, то ли что. Но абсолютно у него не летит. Миссия провалена. Начало миссии. Да. Победила синяя команда. Это было фиаско. Ну, ничего страшного. За прогулку 5 игр выиграли. Одну проиграли. 97 фрагов. Пойдет. Чё бы нет. Ну вот и все. Всем спасибо и всем пока.